Все, да? Нашей столице в галерее мировых брендов «Талант». Наш вечер посвящен легендарной казашке, модели Музи, и исполняется ровно год. К сожалению... Всем привет, я Жазира Муратбек, и сегодня я приглашаю вас окунуться в мир лучших фэшн-ивентов столицы. Именно в этих стенах арт-галереи проходят самые знаковые события столицы. Концентрация модных и стильных людей. Почувствуйте эту атмосферу. Уникальные события, среди которых модные показы, мероприятия в поддержку боя Геннадия Головкина, телемост «Париж Нурсултан», который познакомил общественность с первой казахской моделью, выставшей на парижских подиумах в середине прошлого века. Все они организованы на территории пространства «Талант Гэллери». Важнейшим событием прошлого года стал один год со дня основания «Талант Гэллери». В этот день проходил паблик-ток для обсуждения важнейших проблем фэшн-индустрии. Ой, я что-то увлеклась. Я просто хочу почувствовать, как ощущала себя Алла Ильчун, когда стала музой Диора. Настоящей сенсацией стало появление истории о первой казахской топ-модели. Уже сегодня доподлинно известно, что модель, о которой писали все мировые издания с 1949 года, имеет казахские корни. Ее отец казах, родом из Алматы. Вы знаете, я с детства мечтала быть частью таких мероприятий и даже вести их. Надеюсь, эта мечта осуществится.